Изголовье романа – простое решение проблемы маленькой спальни. Что это значит? По сути, вы приобретаете спинку кровати и только приставляете ее к стене. Традиционное прямоугольное изголовье дополняет рельеф в виде квадратов, подчеркивая простоту и функциональность модели. Высота изголовья – 109,5 см. Изголовье романа – универсальная модель, которая легко вписывается в любой интерьер, от минималистического до классического. Дизайн разработан итальянским дизайнером Рикардо Бонвичини. Фиксируется изголовье основанием, на котором лежит ваш матрас. При этом вы экономите место в спальне, так как основание соответствует размеру матраса, а толщина самого изголовья всего 6 см. Еще одним достоинством изголовья является то, что со временем вы сможете его заменить, тем самым обновив интерьер вашей спальни. Выбор обивочных материалов достаточно широк. Арпатек, различные варианты эко-кож, атлас, бархат и другие мебельные ткани. Всего более 100 вариантов материалов, за которыми очень легко ухаживать. Благодаря выбранному цвету и материалу вы сами определяете стоимость изголовья. Согласитесь, это немаловажно. Абсолютно все материалы, используемые в изготовлении изголовья Аскона, прошли специальные тесты на выносливость и долговечность в собственной лаборатории качества Аскона. Четкость линий и простота исполнения – отличительные особенности изголовья романа, благодаря которым оно способно преобразить любой интерьер и украсить даже самую малогабаритную спальню.